Всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Приближаются ноябрьские праздники. К вам приедут в гости или вы пойдете в гости. Но в любом случае будете накрывать стол. Поэтому я вам предлагаю сегодня рецепт очень оригинального и очень вкусного салата. Я вас уверяю, что когда вы поставите такой красивый салат на стол, ваши гости просто будут в восторге. А готовить мы будем его из самого сезонного продукта, из тыквы. Сейчас все расскажу и покажу. Поехали! Этот салат будет таким, знаете, очень оригинальным. Поэтому сначала давайте подготовим овощи. Значит, тыкву и перец. Вот смотрите, тыкву я порезала вот таким вот кубиком. Сколько здесь? Ну, граммов может 300, может 350. И три некрупных таких вот перца. Ну, средние, три перчика взяла. Взяла красные, ну, чтобы просто создать контраст, да. Будут красный перец, желтая тыква. Вот. Ну, вот так вот я почистила, разрезала на две половинки. И сейчас это все смажу растительным маслом и отправлю запекаться. Можете оливковым, можете растительным, как хотите. Вот так вот перчик. Нам надо перчик запечь, потом снимем с него шкурку. И он пойдет у нас в салат. Так, сейчас это все мы посолим. Солите все по вкусу. Немножечко соли. Немножко перца. Все перемешаем. Вот так вот. Ну, перчик понятно, что нет. Тыкву имею в виду. Так, и все. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Ну, приблизительно минут на 20-25. Смотрите по своей духовке. Значит, тыква должна стать мягкой, а перчик должен подрумяниться. И мы снимем с него шкурочку. Так, теперь займемся куриной грудкой. Здесь у меня граммов тоже 250-300 куриной грудки. Порезано вот таким вот кубиком. Значит, я это все дело посолю. Поперчу, конечно же. Все это по вкусу. Добавлю немножко, ну, примерно с чайную ложку паприки. Я так на глазочек. И все это хорошо перемешаю. Ну, вот так вот. Нам буквально, я не знаю, минуток 5-7 постоять. Все это дело подмаринуется. Можно добавить немножко. Вот у меня осталось от смазывания растительного масла. Растительное масло, когда вы делаете с приправами, оно раскрывает вот этот вкус приправ. Все перемешали, подготовили. Тем временем разогреваем сковородку и на раскаленной сковородке с капелькой масла обжариваем вот эту куриную грудку до готовности. На это уйдет приблизительно минуток 7-8. Сковородка разогрелась, и сейчас вот так вот выкладываем. Оп, тыкву у меня не упали. Все, и на горячей сковороде обжариваем быстренько в течение примерно 7-8 минут. Так, овощи у нас запеклись. Сейчас мы тихонько выложим на тарелку нашу тыкву, чтобы она чуть-чуть остыла. Салат такой можно кушать и горячим, и холодным. Ну, вернее, не горячим, а теплым. Теплым и холодным. Вот. Но все равно не горячим сильно, поэтому овощам надо дать немножко остыть. Перчик подпекся. И вот я прямо здесь сейчас сниму с него шкурку. Вот так вот. Тут и оставлю. А сам перчик переложу в тарелку. Так, перчик вот почистили. И так как он очень мягонький, то, видите, он хорошо очень режется на кусочки. Такие вот порежьте его. Потому что весь салат так крупно порезанный. Он такой и есть. Мельчить тут не нужно. Так, перчик порезали, он готов, отставляем в сторону. И у нас остался последний ингредиент, это сыр фета. Любой можете взять совершенно рассольный сыр, какой у вас есть.
Так, сейчас я открою его. Так. Вот так вот. Можете взять брынзу, в принципе. Так. Я взяла фету. Выложу сюда тоже на тарелочку. И порежу его тоже на кусочки. В заправку у нас пойдет любое растительное масло. Можете взять оливковое. Я взяла вот такое горчичное. Значит, я возьму на такое количество 3 столовые ложки. Возьму 2 столовые ложки соевого соуса. 3 чайные ложки дижонской горчицы в зернах. Она не острая, не бойтесь. Очень приятная. И здесь у меня мед. И возьму мед. Видите, какой? Вот такой вот жидкий мед. 2 столовые полные. Ой, 2 чайные полные ложки. Вот так вот. Мед, конечно, лучше брать проверенный, чтобы вы точно знали, что. Он у вас хороший. Не подделка, как говорится. Все, заправка наша готова. Хорошо все перемешиваем. Так, начинаем собирать салат. На любом таком более-менее плоском блюде будет очень хорошо смотреться. На низ блюда вот так вот польем нашу заправку. Вот так вот, прямо ложечкой. Теперь выкладываем. Слой тыквы. Вот так вот старайтесь, чтобы равномерно попало. Разделим все наши овощи на 2 части. Ну вот половину тыквы я сейчас выложу. Вот так. Приблизительно, конечно же, на глазок все. Половину перчика. Тоже на глазочек. Сверху сейчас полью заправкой. Чтобы нам салат не перемешивать, мы вот так вот будем заправкой иногда поливать. Далее половину куриной грудки. И половину сыра. Снова заправочка. Я надеюсь, вам видно. Так вот сделаю. Снова заправка. Так, и поехали слои повторять. Значит, слой тыквы. Слой перца. Так, заправка. Курочка. Сыр фета сверху. Уже верхний вот так вот стараемся выкладывать красиво, потому что это будет верхний слой. Так, сверху повторяем заправку. Ну, если не издержите все, ну не издержите. Солить, как вы видите, здесь ничего не нужно, потому что сыр соленый, а курочку мы присолили. Вот, и соевый соус тут у нас. Так как у нас в этом салате присутствует тыква, то я вот взяла семена тыквы. Ну, я очень люблю с тыквой вообще подавать кунжут, да, посыпать сверху. Поэтому вот смешала белый, черный кунжут, семена тыквы. Эти все семечки можно поджарить, будет еще вкуснее. И вот так вот сверху украшаем салат. Дорогие мои, посмотрите, это просто произведение искусства. Какой салат получился красивый.
Ну, просто глаз не оторвать. Представьте, у вас такой салат будет стоять на праздничном столе. Все гости просто ахнут. Сладкая вот эта вот тыква, сыр фетта, курочка. Ну, вот я вам говорю, это очень-очень вкусно. Делается, в принципе, очень быстро. Любые же овощи вы для салата, например, запекаете. Ну, и тут запекли и почистили. Вот так вот. Вот такую красоту. Не поленитесь, сделайте, подайте на праздничный стол или к ужину своим родным. Я уверена, что все будут в восторге. Хорошего вам вечера и приятного аппетита. Посмотрите, какая красота получилась. Просто глаз не оторвать. А как это вкусно. Запеченный перчик, тыква, сырочек. Ой, ну это просто ум отъешь. Вот реально. Обязательно попробуйте, поставьте вот такую красоту на праздничный стол. Ну, просто все будут в восторге. Если вам понравился рецепт, то ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой канал, оставить пару слов в комментарии. Я буду вам очень благодарна. Всего вам самого доброго и самого хорошего. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока.